Сука, на схема меньше, блядь, подобно. Чё, тут повесили, блядь, этот? Так, у нас дропа, что ли, блядь? Повысили. Так, рыбу ставлю. Не на киле. А как увеличить окошко вот это, ЕПГП? Потому что я вот вижу, что дали 1000 ГП, а кому не видно из-за шмот? Маленькое окошко. Ну там, короче, есть. ЕПГП, ты про журнал говоришь? Да, да. Да, да. Вот нажимаешь, и там, короче, вот где кнопочка отменить, вот уголок самый, да? Вот его нажимаешь левой кнопкой мыши. И тянешь, он растягивается в ширину. А, да, да, все, получилось, спасибо большое. О, этот шейпер. Пристабав. Лапу инту. Сенсунг. Пристубув. РДД у нас всего лишь дом. Два? Двое? Да, только если Шансун будет на спирале. Секундочку, релог. Что это? Глеб? Да, одну секунду говорю, релогуюсь. Глеб, а ты какой авспек делаешь или не делаешь пока? Ну я хочу и Энха сделать, и Элема, но Элемом я бегаю на этом, на... Так, я готов. Ну тебя что, этот мастер никогда в жизни в рейд не возьмет, если ты... Сейчас, подождите, секундочку. Этот, у меня нету приста бафа. Я же говорю, дайте приста баф, ёптумай. Шансунг, на. Стоит АФК. Не, я как бы хилом хочу играть до Талова. Ну, правильно. Шансунг, приста баф, я вижу, что ты, блядь, двинулся. Не, на... просто офспек вот на такие ситуации, когда два эршамы, в принципе, он нужен. Ну еще и играть уметь надо за ДД шамана. Не, ну просто если миликом не привык, то, конечно, проще Элима делать. Там некоторый шмот может пересекаться. Ну, конечно, конечно. Я с тобой полностью согласен. Я знаю плохо этот. Шансунг, блядь! Может быть, он отвалится? Слышишь? Тобой, сколько на кинетике будет, ты б... Трубой, если Шансунг на кинетике. Так он не слышит, в Дисе говорит. Сейчас напишу, блядь. Вот видишь, был бы у тебя сейчас Элем, как мог бы спекнуться. Что такое, бля? Что такое, блядь? Пристабав, дай на. И на сферах сидишь, чтобы быть. Я на двоих ходит на одном. Транквилити на пуль в меня, Талдорама. Смотрите, не сорвите там протопал. А, блядь, нахуй его руку. Ядро на мне. Разбежались друг от друга. Да чтоб тебя, блин, ёбаный год. Чё это за хуйня? Валанар. Прольется кровь. Шансунгу сзади тебя. Я не хочу смотреть, чтобы ты кидала знак на черную сферу. Каким бы то ни было способом. Не знаю, откуда ты на зноб оказался.
блядь, подойдите ближе. Вы в разных сторонах. Пружинка. Пружинка сейчас будет на воде. Дал каплю. Лунар на мне. Хильте, ёбаный. ДЗ отдал. Вихрь. Дал массакру. Куда ты ко мне плюешь? Пизда, комната нам плюшит. Я сферы все пожалуйста. Три кинетики. Вихрь. Прольется кровь. Трепещите перед Талдорамом. Моя чаша полна. Его сила сферы питает меня. Прольется кровь. О, дайте имя шамана. Моса Инер по наверху. Шансун гимн на ману. После того, как поднимем. Я тут темп поставил. Поднимай кинет. Мана нет. Упала кинет. Следующая падает. Насладитесь болью. Прольется кровь. Дал руку. Прольется кровь. Дай магический доспех по себе твой. Добивайте Волнера. Дал массакру. Вихрь. Плащик можно забрать? Да. Возьму древковое. Ты кому говоришь? Просто метка стоп. Хотя... Себе возьми, мне она нахуй не надо. Я имбит, но возьму. Про три сокета проебываешь? Да, не три, а один. М2, да? Куда ж он, блядь, похилит соло этот раз? Ты шо, ёбнулся, блядь, Чейперна? Сделай перекур, блядь, а то я тоже могу, блядь, вот эти меня друга батя в больницу забрали.
Ой, пуляй без меня тогда. По одному. Не-не-не, я... Это... Делаю за... Ну, гравировку. Сейчас я привлечу. Есть стекло у банка на ХП, на танк? И где вы двое пришли? Кто? Че, кольцо пошел делать что? Нет, я вот... Как он называется? Гравировку делаю на опуху. У тебя есть банка на ХП на танк? На фале нету. Печально. А в ГБ есть, не знаешь? Должна быть. Вроде была, давай я, может, возьму. Да, есть 19 штук. Цепани там парочку. Цепанул. В смысле, санглы распадаются? Походу, в прямом. Ты где такую инфу слышал? Соберите написал. Он в санглу. Сожирай, ты где?
Меня сапнули. А давайте Лану все в один фрейм встанем и все. А почему все ваншоты? Пошли ваншоты же говно. Ну я и не. Подожди, сам был, господа? Угу. И что это значит? Кто это тебе сказал вообще? Да и похуй. Челик сам был. Да и хуйня. Хорошо, Шек не пошел туда. Да это пиздёж. Никогда нормальные гильдии не распадутся с нихуя. Ну, Джоки же полуразвали. Джоки есть еще до сих пор. Ну, с Нокем, сейчас у них там Блоин ливал месяц назад. А если и развалились, то не нихуя, а из-за того, что ГМа забанили. Раз и навсегда. Он же этот разбан. Кто-то говорил, что он, блядь, заплатил бабки нахуй этот. Его разбанили. Разбанились? Это вроде писали даже за никакие бабки не разбанят его. Хер его знает, короче. А что с ним не так стало? Хорошо, что я не купил у них шмот. За что банда? А за он продавал за реал, походу, бабки, голду. Подозрительные транзакции. А чё такое за хилди? Ну вот. Не знаю, говорят, что нас будут докидает. Пробегите куда-то вниз, вот этот моб ебаный багнулся. Всё. А он активирует. Это сейчас он вспомнил. Не знаю, кто-то говорил даже с этих иллюзионов или откуда, что, блядь, ваншоты кидают. Ну да. Не ваншоты, а найтвуды. Они одинаковые. Там найтвуды вроде ГМ, он ушел с ваншотов. Короче, пидоры, да? Типа того. Блядь, давайте все в один фрейм, как мы в фрейме тогда били. Должны прохилить так или его не прохилить. Блять, там просто стоишь и жмешь цепуху, а тут, блять, цепуха не по всем идет. Ну чё там, блядь, очень стоим или чё? Та тактика такая же, сферы будут, их надо соединять. Короче, в центр. Короче, тактика немножко другая. Стоим все под боссом в милизоне. На вас кидается этот. Лужа, выбегаете нахуй по пристенку. И косы придется все так же, блядь. По топ ДПС смотрим.
По укусам, по укусам говорить, кого куда. И, кстати, тебя еще вопрос. Никто не будет кусать, ты хил. Понял. Какой вопрос? Все, вопросов нет. Перезлеткой за 10 минут... А, раскидаю шаманов. Перезлеткой поставить этот тайм трепета шамана. Шансунг на себя антифир и масс диспел по фиру. Когда будет взлетка, все разбегаются, берете дистанцию друг от друга. Все, пляем. Что, я укус рву, что ли? Трубой станет боссом. А, это копия. Теперь тормози паладина своего. Ша, стоп. Я Шансунгу укушу второго. Okay. Два РДД всего. Меня последнего кусать, я могу в любой момент уехать, бля. Вар тогда кусает. Сальвы есть? Что ты убьёшь? Кто знает, где навыки оружия смотреть? Где персон... Бисовый. Фир через 10 секунд. Жаль, если в центр. Тотемы поставили. Так где навыки оружия? Нету их тут. Да, я посмотрел здесь. Навер, блядь! Мосса БР по нему. Походу все на максимуме. Какая жалость. Ёбаный ты, сука, насрать, блядь. Уехал, походу. Боб, кинь на турбус. Не успел. Как вам такое? Хочу жить. Же. Не повезло. Не, ребят, слушайте, я уезжаю к другому. Кто разбойник? Типа Шансон. В больницу забрали батю. Он должен быть там. Кошелов, сори. Давай, удачи. Давай, счастливо.
Блин, что тут нигде не посмотреть навыки владения оружием или чем, блядь? Да походу нет. Их тут нету. То есть они с пула сразу максимальные. Ну, по-моему, не всегда так было. Когда вар отвечал, по-моему, я что-то прокачивал. Или там это... уже год назад. Ну да. Ну да, тоже было в этих депрессионах. Я вот удивился, тоже открыл информацию о персе, а там нет вообще такой флаг. А, ну понятно, тогда это хорошо. И Шамбо Энхел. Если он умеет. Он умеет, кстати, Энхем играть, хозяин. Чё, расходимся? Какую расходимся? Ты о чём? Там твой хозяин хочет пойти, но если честно, я бы такой, чтобы уже эро сделал. Уже и так на сегодня куча рейд. Вот я с ним согласен. Поднимите вальку и спать. Идем в вальку и будем, чё? Слышите? Мастер хлястер. Чё ты завтра будешь дособирать, мастер? Мастер коричневый фломастер. Идем Валю захилим и все. Да идем, идем. Не знаю. Слабые вы все, блядь. Ой, ты будешь добирать завтра или когда-нибудь там? Эй, я ебал допроносину. У меня если Солка не убивается с первого раза, нахуй я допроносы никакие нахуй не делаю. А, ну я спишу когда-когда твой, да? Ну ты думаешь, что ты допронесешь? Ну я просто спишу, попробую себя. Пойдём ещё недельку, две следующие, походим так. Мне уже ДКшка okay. 250, блядь. Если что, по четвергам днем я собираю икони десятки, так что, у кого есть возможность, можете приходить. Также гру магику, с чатом собираем. Один я собирал, в четверг. А завтра вы что-то будете собирать? Вообще неизвестно еще. Может, за, может, что-то еще. Надо, ребята, больше думать, кстати, я скажу, о ЦЛК 10 ХМ и о СА-25. Вот вы зря их недооцениваете, потому что, во-первых, халявные токены, а во-вторых, 64-й шмот и предвисовый. Надо больше думать о ЦЛК 25 гер, блядь, а не об ичках. Докачайся, раздет.
Ну, мне еще в десятку хм пойти паладином, мне надо этот, блядь, лича убить. В десятку хм надо ходить более-менее хорошими чарами. Я знаю, я вары могу ходить, но я, блядь, сколько раз пытался собрать все нахуй. Похуй всем, блядь. На кейси хм, блядь. Давай завтра пойдем. Так что, мы берем хнута или нет? Может посидеть, в принципе, как бы до посидения, но имейте в виду, что квеста с гимном нету. Как бы мы идем, возможно, в любой парк. Это прям очень сомнительно. Я в изгнании. На рейду очень надо. Ок-ок. Массу тоже в хилы спихнем. А кто вообще спать идет из этого патча? Шейп на ком? А, шаман хилла. Шейп, да, хилл. Не, ну можем вместо шейпера взять этого, блядь, какого-то другого ДДМ. На кто пойдем? Ману регень другой. А чё ты дальше души фармишь? Нет, просто юзаю. На всякий случай, можешь как бы с какого-нибудь моба дропнется это говно. Типа класс делаешь, да? Я еще хотел проверить, планы упадет, не упадет этот после ее убийства. Но видно, не судьба. Видно, не судьба, видно, не судьба. Выйти из лужи, да, где мы это находим? Не пуляйте следующих, резайте трупы. Сейчас маны нету. Я уже рез. Что такое ШС? До верхней. Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Shadow Step. Пью. Сними боб себя. Сука, я ничего не кинул ему.
что вы там так долго влачитесь, я охуенно. Винс не пускает двойник. Ебать, я умер. Ууу, сейчас сначала весь трэш, да? Съебан, короче, отсюда. Я достойно жил. Бегите. После смерти. Не пускаем, да? Да. Ложитесь. Самое интересное, трэш тут с фул резнулся, с фула просто, с нуля на ёбаный. Та-дам! Зато теперь охуенно пускает. Кстати, души давали тебе за этих? Мне этот трэш, сука, вымораживает нам. Бойс, тебе души засчитывали за этих ледяных? Да, засчитывались. Все. Это очень плохой способ фарма, если ты на это намекаешь. Ну что ты ждал, ждок выйдет. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать. Чи, сука, Боб случайно кинул ебаные клавиши, блять. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Надеюсь, ты не сдурнил. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Приводите их сюда, и мы вам поможем. Есть свиток на стамину? Один. Лапа. Консоли. С ленточкой. Задом. Такие противные, сука. Шейпер в дизнании. Я горею вперед!
идет сверхъестественного последний сезон. Да, да. Еще я жду эту Люцифера. Угу. Да я больше не мог ждать. Так, стоп, не пуляем. Ману регенти. Так, бой. Поставьте нас с Шамом в одну пачку, что мы тотемы давали на реген друг. Да, я буду смотреть хоть 200 сезонов, мне похуй. Высосанный, не высосанный, мне нравится. Мастер, поставь нас Шамом в одну пачку. В бою не могу. Бегите. Бой висит. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда, и служите королю Личу. Блять, а я как дебил, сука, дамажу, блять, под крыльями на. Потом копье надо кинуть, сука.
отлично сражались с плетью. Да благословит вас свет. Массов Хилам. Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Благодарю вас. В три хила? Да. Мы с Шамом летаем, а Моса рейд. Ну, Моса в соло выхилишь, да? Конечно. Рейд. Ну, шейпера полетаешь, короче. Свитер на стамина баф. Пускай вдвоем летаем. Ты справа, я слева. Вдвоем летайте, быстрее отхилите. Все верно, я тоже так считаю. Этот стоит на... Еще и поделились нахуй персами, ебать не. Подавители. Залечите мои раны. Разгром. Так, ну какую хуйню я сам не откину, что вы делаете? Шесть человек одновременно получают дикий. Вставай, есть у тебя вставалка, нет? Масса БР, хорошо. Подавители. Сколько раз портал открывается? Что? Сколько раз портал открывается? Много раз. Пока не убьете, не захильте босс. Там вы найдете спасение, герой.
Добейте этого пидора ебаного. Там вы найдете спасение, герой. Что, подойти будет? Мах пускай стоит. Где нам мы так летаем, блядь? Я в итоге ни одной, сука, хуй не подобрал, блядь. Нам нужно с тобой договориться. По часовой летаем или против? Нам нужно одновременно залетать в портал. В облачко. Там вы найдете спасение, герой. Let's go. Силы возвращаются ко мне. Давай, массак. Нахуй ты его сагнул, блядь, транквилити, блядь. А вы специально не забирал? Разгром. Кимоса без мана. Ну какую-то хуйню делать такую, что ты здесь бог получает урона на уровне танка вместе с варом. Рога убежал куда-то с пол хп тоже. Что вы делаете? Не за вами заходит это. Что вы делаете? Я с хилов снял. Просто одновременно два танка, три милика получают урона, и у них меньше, чем по половине хп. Сразу, у пятерых. Если хилов не снимать, босс вообще упадет. Так хилы все в этих, в астралах. Нет, они когда выходят, на них супер агро, и на них сразу бегут крипы сзади. Они генерируют очень много. Когда они выходят, на них сразу бегут крипы, они даже станкс. Поэтому все время, что 25 хм, 25 обычки, здесь я все время перетаунчить буду, потому что иначе это ваншот. Пошли ванну, я думаю. Да, пошлите на ванну, хотя бы посмотрим, поэтому турбо, если упадет что-то, нет. Что, кому-то надо плечи чистить? А мы трэш к ней почистили? Угу. Твинси драму одевает, да? А, мы даже вайпнулись, точно. Мы пошли как-то. Да хули толку там? Карта еще, блядь. Или что, спать? Да, если он кристаллов задонет по ставке, то он карту получит быстро, там, недели две. Может, три. А склеп еще с той карты, нахуй? Ну так нихуя. С пятой, вон, видишь, Драгман получил королон. У него шестая катана.
Они еще и на фул пронесли его. Угу. Эмалон, Таравон, Аркавон. Драгман гильдии. И ВК с пятой каты, нахуй. Что-то с катами уже сделали, ну. Походу, готовится новый инс, на. Может, когда РС 25 км выпустили, может, и понизили допуски. Потому что в этом в РБК сразу появилась куча бомжей там, двухфотовой ТМЛ. Так РБК-то с пятой. РБК с пятой каты 200 левела. Разве что уже с шестой сделали, но это вряд ли. Давайте и по ним с первого края и по домам, да. Там чувак тупо за ВД ходил, полюбался. По хилам, говорю. Два РШа мы так же. Или давайте лучше, может, в три хила, да? Потому что, я думаю, ДПСа должно хватить. Ну, давайте что, раз... А что даст три хила? Ну, то, что в прошлый раз шейп умер, и все, и вайп. Я не умер, у меня фири загнал в лужу. Сплю, блядь. Сейчас не давайте, без тобой. Только ТТМ дрипит, нам надо ставить. Так что делать, мне в кота или в филе? Смотри. Давай, хила. О, я а шейпа давай. Венха, давай. Не надо, давайте раз в три хила. Ты уверен, что ДПСа хватит, блядь, без зелёна? Ты гонишь. Я не знаю, что хан тут может. Нет, ДПСа хватит. Ну давайте хули пробовать. А ты что, на этот хочешь, что ли, Суджин? А, ты паролил, типа. Да я хз, у меня вроде кольчужные, блядь, какие-то. Но у меня с хостой, блядь, 232. Ну похуй, давай сюда. Чё там? Плечи, да. Гулять или нет, кого? Подожди секунду. Пуляем. Это было неразумное решение. Он такой. На ком ухудь? Показывает новые идеи. Ой, на тебя путь? Второй бой с умным. Да падайте, не кричите хуй, нахуй, отходим. У тебя не получилось. А, ну да, пусть новые идеи. Да, блядь. Где меня, когда сука? Бежишь оф танком танчить рану, бьешь один раз обилкой, чтобы зеркало на тебя кинулось. И дальше стоишь арта так. После укуса можешь что хочешь делать. Не повезло. Не думал, что он так долго просто будет набирать игру. Лежите, я проверю. Ну, Шамонов так-то вставал, я с ним на срез. Сейчас бежать будете полчаса, блядь. А у них никого нет, походу. Сайт второго по агро. Тебе не надо быть вторым по агро. Ты пришел на первую строчку по агро, я, блядь, на вторую. У меня укус ебанул, да. Ну что, циркули вообще, блядь, зеркало иногда ловили, блядь, шипашники, нахуй. Стояли в мелизоне с танками. Сейчас турбой стоим, потому что ебашит. Хотите вайпаться, вайпайтесь, нахуй, делайте хуйню.
поспокойнее играть надо просто. Докрот, вставай, пожалуйста, давайте быстрее. Мастер, вынеси на панель боб. Это не боб, а диван. Я тебя вообще не слышу. Диван вынеси на панель, чтобы не бегать, если что. Да он что-то у меня с панельки, сука, пропал, блядь. А, это поспект был, блядь. Давайте 12 минут, все. Кончается пиздец. Последний трек. Делай. Так. Пристабаф есть? Оказывается, я без прота был, блядь, все это время. Думаю, что с хп, блядь. Бай, походу, спать нахуй руби. Есть стаджеры спиток, нет? Давай, последний. Хорош, блядь. Причина. Сейчас 2 секунды. Tranquility. Готов. Пляем. А, у меня на пул дают, нахуй. Заебись, блин. Мозгов нет. Когда там по свисакруме. Точнее, не сакруме. Never. По тебя ебут твой сна. Всего тут по 10. Скорее всего, нам ДПСа, конечно, не хватит. Но... Подальше, конечно. Зашли в центр все. В центр пошли. От луж подальше. Ёбаный рейндж, блядь. Что за мсак? Да. С
Забежали все под вас. Хан под босса. Как вам стрелять? На максимальный рейндж. Осторожно, служим и только. Лев под босса станет ближе. Пора рисовать члены, да, на луже. В центр стали все. От лужи подальше в центре ушли. Чё это, блядь? Чтобы сфером в лужу не кинуло. Хилов, кстати. Да 8 укусов вроде передали. Давай еще, блядь. Ну, бог, Руслей, блядь. Убивайте его нахуй. А он, блядь, с этим, нахуй. Убивайте нахуй, шамана сейчас заебашит, блядь. Геру. Станем, блядь. Все под босса, Геру. А, до Берса далеко еще. Ну так-то ты... Танков кусать. Да. Мосса. Мосса, ты укушен, нет? Нет, нет. Танка вкусайте, если не можете. Не все, блядь. Бомба готовься. У тебя не получилось. Уже прожил. Ладно, в топ. Залупа, это в 3 хила. Какая жалость, не повезло. Если бы Бокас отдал упус, мы бы... Ну хули, блядь. Если бы отдал, нах... Чё, когда я возьму твоё? Можешь брать спокойно.